Всем привет! Сегодня мы с моей сестрой снимаем свое утро. Смотрите, какие у нас все красивые занавесочки. Мы с ней только что въехали в этот дом. У нас тут вот такая красивая зелененькая кроватка с желтенькой подушечкой. И вот такой вот шкафчик. Он розовенький, с сердечками и с короной наверху. У меня есть пока что один наряд, а у моей младшей сестренки пока что нет. Я пока свой наряд надену. У моего наряда написано «Утя», по бокам сердечки, и он весь желтенький, с зелеными полосочками. У меня есть вот такие к нему ботиночки. Они тоже желтенькие, зелененькие, но и чуть-чуть красного. Дальше мы идем с сестрой кушать. Так хочу кушать, сестренка. Сейчас мы покушаем. Ой, я сейчас кое-что вспомнила. Мы же только что въехали. У нас пока что нет еды. У нас очень красивый холодильник и модная кухня. Она разноцветная, а холодильник серый. Вот такие еще сверху золотые ящички. Дальше мы с ней идем купаться. Чтобы не намочить одежду, я ее снимаю. Ну и мы с сестренкой купаемся. Как весело! У нас тут еще есть окно и раковина. Тут у нас детская комната. Очень красивая креслица, зелененькая спинка, беленькие и светло тоже зеленые подлокотнички, желтенький пледик тут лежит. И тут розовенький низ. Сами обои тут зеленые. И тут вот такая вот у нас коробочка с игрушками. У нас их тоже пока что мало, но они есть. Это вот такой вот мячик и карандашик. А тут у нас даже сделаны обои, то что можно порисовать. Теперь мы с сестрой играем с мячиком. И как весело! Мне очень нравится. У меня сестренка такая добрая. Дальше мы с ней убираем все игрушки и идем в бассейн. У нас есть прямо дома бассейн. Мы, как всегда, раздеваемся и залезаем. Давай, сестренка, ты первая. Хорошо. Раз, два, три. Теперь моя очередь. Залезаю. Раз, два, три. Очень тут тепленькая водичка. Нам очень нравится, но вообще мы с сестрой первый раз видим, чтобы дома был такой большой бассейн. Так, мы слезаем, и мы забыли вам сказать. Во-первых, подписывайтесь на наш канал, Эля Лайк, и у нас скоро выйдет продолжение, как мы с сестренкой будем гулять и зайдем в магазин. Ну а сейчас всем пока-пока!